привет. Ну, вы молодежь воспитываете? Да, вот сейчас только лекцию читаю. Правильно. Ругаю нынешнюю власть с матерком. А я и вас ругаю. Хорошо. Инфляция. 5,8% инфляция. А вот, понимаешь, а вот у меня там гробовые лежат. Там процент 3,5. Ты мне скажи, умный мужик, это надо быть каким аферистом, вот еще таким методом обтирать людей. Как может инфляция быть выше вот этого процента? Объясни, бабушке. Так, ну, все? Тебе или еще добавить? Хватит, да? Можно добавить. Видишь, я как разволновалась. Ну, не волнуйтесь. Да как же? Понимаешь, обидно, досадно. Такая огромная территория, такие богатства. И люди сидят, сколько там процентов без газа. Деревни исчезли с карты. Но это же позор. Мне не плакать хочется. Так я про это говорю. Врать-то сколько можно? Вот ты посмотри, вот я простая русская бабка. Вот, да. Вот повторю, из деревни Тамбовской области. Вот смотри, вот что же получается. Значит, вот в стране много лет воруют, врут и Богу молятся. Это человеку как понять? Это какому Богу молятся? Что у Бога просят, скажи мне, когда миллиарды, миллиарды... Ну вас всех нахрен. Почему до сих пор народ плохо живет? Врать-то сколько? И потом, кого же вы обманываете? Вот я, мне 90 было, у меня никакой льготы, никакой. Тогда, когда очень трудные были моменты, очень, тружеников тыла приравняли к ветеранам труда. Скидка по жилищу 50%. Все. А сейчас городу какое звание присвоили? За какие труды? Трудовые. А работал кто? Кто работал, я тебя спрашиваю. Женщины и подростки. Подростки. Правильно. Женщин тех уже нет, а вот подросток перед вами стоит. 3 копейки не платите, а разворовывают миллиарды. Ну и что, на вранье-то куда приедете? Понял, да? Я рада, что встретила. По телевизору каждый день Володина. Володин достал, Володин добыл. Ты где там это выковыриваешь, эти миллионы-то? Вот, пожалуйста, убавьте вранье и всем скажи. Люди все видят. Вот люди боятся говорить, кто работает, уволят. А? Вы же не боитесь. Ну, так я готова. Вот если вот я так кого-то задела, посадите меня. Мне теперь все равно. А кого вы задели? Власть нынешнюю. Ну, как можно вот так говорить? Вот для меня лично позор, когда президент дает 10 тысяч, чтобы ребенка в школу собрать. Почему теперь ниже прожиточек? Кто этот минимум установил? Почему разворовывают? Почему все уничтожают, скажи мне? Я... Ну, что тебе? Вот ты вообще, вот пока я вот тебе вот так не говорила, ты разве этого не знал? Знал. Знал? Сколько чиновников расплодилось? Обидно. Как обидно. Это же всю страну развалили, разворовали, продолжают. Так у меня вопрос, это когда-нибудь закончится? Не закончится. Когда? Закончится. Ну когда? Все зависит. Ну что, все дорожает, все дорожает. Ну как можно? Всего полно. И сахар этого беспредел. Нет, я ну вас вот... услышал. Так вот, в следующий раз встретимся, палкой получишь. Палкой не если чего-нибудь. Ну сколько же можно?